И всем привет! С вами Нидерамус, и мы продолжаем проходить Гекс 2 на Энтроза Гекко. В прошлой серии мы с вами победили босс. Камера, ты упорота в край про... Чтоб тебя подорвало. Да, у нас открылась новая локация после победы над боссом. Над мегарезом. 26 ультов золотых, ой, красных. Ни хрена себе он. Жесть. Бешеный лифт. Ой, ё. Очередной уровень. Кунг-фу. Самурай. Night Fear. Great Spinner. Swing платформы. Towering Temple. Ой, ё. Я что-то припоминаю про этот уровень. Он такой жесткий, что я просто в ужасе от него. Хотя бы от одного того факта, что его надо проходить. Ну ладно. Я думаю, как-нибудь пройдем все-таки это дело. Несмотря на весь беспредел, что здесь творится. Ну, конечно. Оп-оп-оп. Древние китайские секреты. Конечно. Ему обязательно надо было провалиться. Нихрена себе тут система. Пошло ну нафиг. Ты чё? Я же хотел бы возмутиться, что меня просто так сюда загнали, как увидел вот эту дорожку. Липкую. Ой-ой. Это у нас засада. Кстати говоря. Эта штука пригодится. Ты чё, офиг... Ты чё, охренел, что ли? Козёл заври на кусок. Козёл. Так и не я не. Огромные ворота открыли. Как я на него не попал? Красота. Понятно. А, ну конечно. Внизу меня какая-то хрен тень еще ждет. А хотя бы собрал с него. Иньянев. Три иньяня. Нормально. Надпись гласила не плеваться. Ой-ой. А мне, наверное, надо будет сейчас его обратно перейти. Ой, этот бешеный рыцарь.
да, как-то. Нет, уровень жесткий, по-моему, все-таки. Хотя выглядит он на самом деле вполне прикольным. Эх ты, самурайский кусок. Мои иньяне. Да, я уже был обречен с самого начала, как только я застрял. Обидно. Конечно. Вроде довольно неплохо проходил. Ну ладно. Чего ж теперь. Кстати, я здесь не был. Вторую жизнь собрали. Пока мы в этом уровне по жизни в плюсе. Что бы это значило? Хитроумно. Хитроумно. Это здесь? Да, это вот эти ворота открыть. Да, давай тогда в них сходим. Камера, ты упорота в край просто. Маски, маски, маски. Маски, маски, мои маски. Уф. Ой, ё-моё. Серьезно? А, мне надо на эту? А, не, нормально. Даже вроде нормально проходится. Кстати, вот эта фраза, по-моему, тоже в первом гексе была. Похоже, по крайней мере. А вот это место мы, по-моему, видели. Шикарно. Я хочу в ту сторону пойти все-таки. Как бы меня там не подставили. А подставили меня там жестко. С этим прыжком. Иди сюда, тупо заду ниндзя. Естественно, пропали мои штуки. Замечательно. Оп. Тут. Камера, конечно, серьезно, упорота в край. Я реально буду до конца игры на это жаловаться. Оп. Оп. Ей-ей-ей. Так, пересаживаемся. Я хорошо запрыгнул, конечно. Тут сейчас ниндзя будет. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, осталось 21 штуку собрать. Думаю, должны. Что здесь нет системы, как в третьем гексе. Потому что надо для получения дополнительного пульта абсолютно все до единой вещи собрать. Это было бы крайне жестоко. Нет, я подожду. Конечно. Так, давай. Может, умеет? Как же они могли остаться? В чем это я? О, музыка такая изменилась. Внезапно.
Кейл. Фух. Самурай, иди сюда. Ты идешь. Отлично. Предметный пульт мы собрали. То есть это один из выходов. А стоп, а это что? Тогда мы сюда не идем в этот выход. Раз мы этим выходом только открыли что-то. Да. Древний китайский уровень. Так, я надеюсь, не сюда. О, замечательно. И, естественно, заново все это дело проходить. Как же без этого? Меня один прыжок буквально не допрыгнул. Меня отделил от этого. Потому что я вот буквально здесь же был. Ах, нет, ну сначала определенно надо сюда идти, потому что это жесть. Иначе не сюда идти. Аж потом же придется тогда сюда идти. Проходить этот маршрут. Опа. Оп. Так, ладно. Сделаем как надо. Только не смей крутить камеру. Портой. Геккон. Оп. Эти мне больше не нужны. Вот эта фразочка тоже узнаю с первого гекса. Фух. Да, понятно. Давай быстрее. Открывай эту долбанную дверь. Жесть, конечно. Сложно, блин. Камера тупо задай, хватит это делать. Ручная камера называется, чтоб ее. Не, в каком уровне я явно психану и перестану конкретный уровень проходить из-за этой долбанной камеры. Что сейчас еще хоть как-то терпимо. Но вот он такие выкрутасы делает. Мне же надо пересечь. Зачем я не понимаю, почему такие резкие штуки нельзя отключить? Мне кажется, это не настолько полезная функция, чтобы оставлять ее. Конечно. Третий, точнее какой-то там уже 150-10 дубль. Естественно, я туда не пройду.
Стоп. Это еще жестче, чем я думал. Там двое ворот. И вторые, скорее всего, надо будет второго выхода открыть. Создатели игры, вы садисты. В этом уровне были. Надеюсь, я не в курсе. Надеюсь, это я не сделаю такое откровение сейчас. Что это жесть полная. До двух выходов, скорее всего, надо дойти, а потом еще пройти это все дело. Я уже здесь не могу пройти. Аж может быть на этом уровне я и психану нафиг. Такую жесть. Давай. Разумеется. Можно было свалиться в эту яму. Как так? И зачем вообще? Открыли. Посчитайте кто-нибудь, сколько попыток на это ушло. Это будет, походу, будет самая долгая серия. И самый долгий уровень. Из тех, что были. Спасибо, камера. Ты такая прекрасная, чтоб тебя подорвало к чертям. Что я просто в шоке. Вот из-за камеры этот уровень вдвое сложнее. Потому что нельзя просто так пройти. Нужно вот тут остановиться, подождать, пока камера соизволит сама повернуться. Надо повернуть ее как надо. И только потом идти. И так буквально в каждом моменте. Ты куда поворачиваешься? Тупо задай камера. Ручная называется. Да. После каждого парохода надо останавливаться вручную, поворачивать камеру как надо. Что это? Слишком умная игра не решала за меня, как мне удобно камерой смотреть. Вот здесь-то легкий момент, чтоб его. Открывай мне. Так. Поворачиваем это дело все. Давим бесполезную голову. Этот рыцарь был необязателен. Чей это самурай. Да, нужно еще вторую открыть. Вторая-то у нас не открыта.
Может быть, на этом уровне я и дропну эту игру. Ну, не игру, конечно. В общем, он может будет первый уровень, который я прекращу проходить. Сюда можно прыгать? Забавно, что музыка не изменилась. Да. Идем во вторую часть уровня. Если сдохнем, заново всю долбанную, весь долбанный уровень проходить. Только из-за этого не сдыхай. Вот если он из-за этих ударов об голову, чи об стену, сдохнет. Или еще что-то, то я точно дропну этот уровень. Да и пофиг вообще. Настолько пофиг. Сколько только может быть пофиг. Нет, Муха, ты идешь со мной. Ты будешь моим щитом. Это сейчас куда важнее, чем какая-то жизнь. Ну, сейчас мы эту Муху съедим. Короче, ты съедай Муху. Съедаю эту Муху. Музыка успокаивающая. Возможно, даже она меня успокаивает, потому что сейчас меня уровень пока что уже перестает настолько сильно бесить. Конечно, вот эти моменты, где чуть-чуть неправильно прыгнешь и все. Ладно, вот здесь хотя бы пол есть. О, этот момент, где я сдох. Эта штука вращается слишком быстро. Серьезно. Для комфортного прохождения по ней она слишком быстро вращается. Я тебе сейчас ку-ку. Камера, ты сама уже ку-ку. Настолько ку-ку. Нет. Я издаю странные звуки. Это нормально. Я могу обойти эту хренотень аккуратненько так, чтобы не пришлось на эту хренотень прыгать. Так. Уф. Остался один прыжок. Хотя... Итак. Спокойствие, музыка. Да, музыка, я спокоен. Я совершенно спокоен. Я вернулся. Мы идем сюда. Естественно. Серьезно, что ли? Тут нет долбанного чекпоинта, игра. Игра, ты угораешь. Такая жесть. Ух.
Нет, если я сейчас сдохну, я точно дропну этот уровень. Я не знаю, с какой точки тут надо прыгать. Настолько неудобно. Подползаем, подползаем. Пошло оно все просто. Просто пошло оно все. Этот уровень идет к черту. Пошло оно все. Все. Я сваливаюсь с этого уровня. Какой хрени, я явно не ожидал. Мне не надо ничего сохранять. Правильно делаешь, игра, что не предлагаешь мне сохранить этот долбанный прогресс, которого нет. Просто нет. Просто задолбал. Пройти такую жесть, пройти вторую жесть. И все ради того, чтобы сдохнуть в самый большой момент, из-за того, что мне забыли дать долбанный чекпоинт. Что у нас в этом же мире? Серьезно? Ничего нет? А, нет, вот. Че? 33 пульта? А, ладно. Давайте на этом закончим данную серию. Будет у нас такая бесполезная, тупая серия. Я благодарю всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях. Надеюсь, более удачных, чем эта.